Меня зовут Ира. Меня зовут Ваня. И мы вместе фотографы Yellow Door. Занимаемся мы фотографией около 8 лет. Ну, то есть начали в 2009. Началось все просто с увлечения мыльницей. Ездил на природу и снимал жучков-паучков. У меня приблизительно та же история. Просто в нашей семье появился фотоаппарат. Я стала думать, что с ним можно сделать, и поняла, что мне это нравится. А потом со временем мы в сети увидели фотографии друг друга. Так мы познакомились, просто договорились встретиться и пошли вместе фотографировать. Я слышал про разные удобные сервисы для создания сайта, но в том-то и дело, что слышал, а чтобы прямо они попадались под руку, я взялся за них, такого не было. Ну и GoFotoWeb, Wigba теперь попался вовремя, вот, ну и довольно сразу понравилось. На самом деле, что касается меня, то я просто слежу за работой других фотографов, и когда мне нравился сайт, я стала думать, как он сделан, и как эти ребята вообще сделали вот таким красивым, было ли это сложно. И, в принципе, если мне не изменяет память, что я кому-то написала и просто спросила, как ты сделал такой сайт. Что мне особенно понравилось, это то, что создать свой сайт было совсем несложно. То есть для этого не обязательно было обладать какими-то навыками программиста. Мне особенно как девочке это совсем чуждо. И, в принципе, я достаточно легко разобралась. И чтобы, допустим, добавить какую-то новую серию на сайт, это тоже не требует каких-то сильных усилий. То есть я загружаю фотографии, создаю альбом, и все готово. На 100% уверен, что сайт сейчас нужен абсолютно каждому, кто занимается своим делом. И это не обязательно сфера фотографии, это абсолютно любое дело. Любой бизнес. Любой бизнес.